Сегодня мы знакомимся с домашними папоротниками. Мир папоротников разнообразен. Известно около 300 родов и больше 10 тысяч видов этих растений. Они сильно различаются по размерам, формам, особенностям строения и размножения. У папоротников нет настоящих листьев. То, что у папоротника напоминает лист, это вая, целая система ветвей, расположенных в одной плоскости.